большом городе жил человек. Строго следуя заветам рекламы, он переходил улицу только по пешеходным дорожкам. Он застраховал свое имущество и даже жизнь, которую поддерживал употреблением натурального кофе, джема, приятного и полезного всем, и рыбных палочек, столь же полезных и вкусных. Единственное его отступление от рекомендаций рекламы заключалось в том, что он не звонил по телефону в другие города. Этого он не делал. Впрочем, он и не пользовался удобствами воздушного транспорта и не хранил денег в сберегательной кассе, хотя имел к ней прямое отношение. Простите, Бланыч. Вот, Бланыч, пожалуйста. Это вы заполняли? Я. Перепишите. Дмитрий Григорьевич, зайдите, пожалуйста, к Ефиму Михайловичу. Тетя Нюра, закрывайте. Годы, дорогой мой, годы. Закон природы, пора. Да и вам пора. Человек вы энергичный, живой, работу знаете. Я вас рекомендовал, думаю, что вы это самая подходящая кандидатура. Вот так, порой в самый обычный день начинается карьера. Откройте, мамаша, на одну минуту. Закрыто, закрыто, взял. Я недолго. Да боже. Тетя Нюра, не открывайте. Ну, минуту, честное слово. Откройте дверь. Не могу я, не могу. Ну, простите, пожалуйста. Простите, я должен получить именно сегодня. Рабочее время кончилось, завтра заходите, пожалуйста. Ну, я прошу вас. К сожалению, товарищ, ничего не могу сделать. В чем дело, молодой человек? Понимаете, я приезжий. В вашей кассе деньги нашей бригады. Я должен их сегодня получить. Ну? Ну и все. Высокий пост рождает снисходительность. Давайте я вас обработаю. Пожалуйста. Наталья Сидоровна, займитесь, пожалуйста, гражданином. 52-256. Сколько берете? Все. Как приятно чувствовать себя демократичным, внимательным, даже если хотите, чутким заведующим. Двадцать одна тысяча шестьсот семьдесят семь восемьдесят три копейки. Издалека? Со стройки ГАЗ. С Братской? Нет, тут за Уралом. Спасибо. Спасибо. Может, пойдем пивка выпьем? Что? Пивка выпьем. Спасибо, я не пьющий. Да я тоже не пьющий. Спасибо, спасибо. Ну, всего доброго. Гражданин, с такой суммой не следует разгуливать по городу. А что со мной будет? Нет, я не поеду. Скажите, до стадиона я доеду. Вы на всякий случай придерживайте крышку пальцем. Упражнение четвертое. Брамин Джаварьё. Встать на голову и выгнуть позвоночник внутрь. Позвоночник внутрь. Здравствуйте. Здравствуйте. Как? Меня рекомендовали. Подумайте, Димочка такой молодой, а уже зад. Еще же не утвердили. Утвердят. Ложитесь на спину, подогнув под себя руки, Дима, ноги. А это номенклатура? Нет. Но мы с тобой добьемся, Димочка. Ложитесь на спину. Валентин Анатольевич, вы знаете, что вы оставьте мне все свои бумажки, а я сама все напечатаю, и все будет готово, да, в срок и за ту же плату. Дима, Димочка, проводи. Добились! Ну вот, Димочка, ты и руководящий работник. Ты знаешь, Вадим Алексеевич переезжает. Надо нам звонить в райжилуправление. Все равно съедем, тетя. Ты идеалист, дедушка. Дима, а ты как думаешь? Твоему назначению не помешает, что ты не комсомолец? Не знаю. А может быть, тебе в комсомол надо поступить? Ты молоко на ночь не забудь выпить.
233-144-15. 44-15. 18-754-35. 74-35. Дмитрий Григорьевич, зайдите, пожалуйста, ко мне. Слышала? Горина заведующим назначает. Ого, далеко пойдет, смотри. Несерьезно, девочки. Следующий. Вы сейчас станете министром финансов, увидишь. Вы заполняли расходный документ 27 октября на 18 тысяч на предъявителя. Да. Ну вот и напутали с процентным начислением. 3500 передали клиенту. Вот, взгляните. Как это у вас получилось? Уже столько времени работаете в системе. Не знаю, право. Да. Придется в управление ехать объясняться. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Продолжайте. Здравствуйте, Евгений Гаврилович. Здравствуйте. Прошу. Ну? Я звонил туда по телефону. Ну что? Говорят, клиент уехал в тайгу. Невозможно было с ним связаться. История. А мы вас хотели заведующим назначить. Ну, значит так. Если сможете выплатить, действуйте. А если хотите поехать к клиенту, берите отпуск за свой счет и в добрый путь. Чудак, да ты позвонил, я бы тебе их переслал. До вас же невозможно дозвониться. Ну ничего, дело поправимое. Давай.
Давай, пойдем в общежитие. Деньги я отправил, вот квитанция. Спасибо. Ну что, забьем? Да я не особенный. Ну мы тоже не чемпионы, давай. Чтоб я еще куда с тобой поехал. Черт. Привет, ребят. Здорово. Нашла место застрять. Знаете где? Где? Возле будки. Ага. 2 часа. Выбирались еще немного, вообще бы ничего не досталось. Прям не досталось, там их никто и не брал. Не брал. Тетя Поля. Ну? Тетя Поленька, как там насчет водички, а? Там, в тазу, на печке. Вот человек. Чего купила? Ты чего суешь свой нос? Тебе чего надо? Собирай свое барахло и давай. Ну что ты? Слушайте, может вы там добреетесь, в умывальнике? Мечтатель, подъем. Вы все давайте ставьте и быстро. Погоди, сядь. Что ты там затеваешь? Давайте мыться буду. Сходи в баню. Ага, там сегодня мужской день. Фу ты боже. Ребят, смотрите сюда, только спокойно. Как? Где ты их носить-то будешь? Мужичье таежное. Ничего не понимает в женской красоте, а по-моему здорово. А может и хорошо. А как вы скажете, а? Да, это очень модно. Ага, слыхали, что сказал интеллигентный человек? Ну тогда все, молчу. Ага, я знала, что покупала. Нет, вот это. Так. Вот да так. Вы садитесь, играйте, я ведь не умею. Да нет, вы сидите. Вы что, корреспондент, да? Да нет, просто приезжий товарищ Горин. Ходите. Да нет, опять не то, вот что надо. Ага. Садитесь, играйте. Так. Вот. Давайте, а то они быстро вас облапошат. Ходи, ходи. Ага, вот, вот, да, пожалуйста. А, вот, а, так. О, корреспондент на батстанцию подался. Ну и что? Шарахнет его. Все ему надо, позови его. А, ну, детский сад вы тут развели. Один. Эй, как вас? Корреспондент! Ну, давай сюда. Ну, да, сюда, давай. Скорее! Ну иди обратно! Да, обратно! Эй, шлема! Куда ты идешь? Лево! Уйди, долбанёк! Эй, ты! Куда идешь? Давай обратно! Эй, паря! Давай назад! Назад! Куда прёшь? Вперёд! Сюда иди! Сюда! Ну что ты там? Эй! Куда? Эй, ты не туда! Куда же ты? Что? Надо же осторожно. Здесь очень опасно. Живы? Вроде. Угу. Что? Не держитесь на ногах. Очки-то раньше надо было протирать. А вы знаете, я вас где-то видел. Ой, господи. Считайте, что познакомились. Давайте выбирать. Давайте я вам помогу. Да вы не бойтесь, я 60 килограмм поднимаю. Да давайте лучше я вас. Да? Ну ладно. Ой. Ну, эй, вы там! Ой. Живы? Давай выбираться. Давай, дробот. Давай руку. Дернула вас на подстанцию забраться. Ловите. Ноги забудете. Благодарю. Ну и натворили вы дело. Теперь света не дождешься. А вы не промокли? Я непромокаемая. Вы на меня не сердитесь? Это за что?
За яму. Господи, я уже забыл. А вы к нам надолго? Да нет, завтра уезжаю. А? Ну, Ведьма, есть тут кто-нибудь? Есть. Есть. Дробот, это ты? Нет, Кузьма. Простите, вы на меня сели. Да ну. Серьезно. Эй, Горин, где ты там? Я здесь. Ну-ка, выпей. Для профилактики в санчасти дали. Нет, я не пьющий. Это как лекарство. Выпей, выпей. Пейте, пейте, согрейтесь. О чем грустит березонька? Ничего, ничего. Ты че? Держи руки в карманах. Схлопотал. Ну чего радуешься? Книжку дочитал? Нет еще. Ну, на, бери газеты, читай. А вообще-то... Встрелу, да, что ты? Я восхищен. Чего-чего? Друзья, друженики, товарищ Дробот, я вас никогда не забуду. Я расскажу о вас тете. Вы штурмуете космос. Ой, кто это, ребята? Кто я? Я финансовый работник Гострудсберкас и Госкредита. Госкредит? Спать, спать. Но я ненавижу деньги. Деньги – это зло. О, вот это ты брось. Деньги пока еще фактор. Ну тебе-то что? Нет никаких факторов. Да не верим. Это проклятые наследия. Презренный металл. Я служитель металла. Ребята, ко мне пришли. Вдруг, сколько ты ему дал? Да там в мензурке вот столько, ты же видишь. Извините. Брат, сможешь удержать, замерзнет ты. Да ничего, да, давай, прибью. Я остаюсь с вами. Вот она. Вы все очень приятные, симпатичные люди. Вы мне бесконечно дороги. Вы возьмете меня к себе? Обязательно, возьмем. Возьмите меня к себе. Бригадиром. Возьмите меня к себе. Ну давай. Я остаюсь. Я остаюсь. Я счастлив. А как же тетя? К дьяволу тетю. Нельзя спать. Страна ждет электричество. Помнишь, писатель приезжал? Тоже бунтовал. Складно получилось. Писатели приходят и уходят, а я остаюсь. Видали? А вы все-таки... Ну вот хорошо. Баиньки, баиньки. Не помните. Вот тут правильный пустяк. Верно, верно, верно. О, боже мой! Время близко. И ты так изгвоздился, а? Вот, на базу ходила, все думала побыстрее. Что-то ты все покороче путь выбираешь. Ну ладно, ладно, давай, иди. А вы уже уезжаете, да? Как хочешь. Да вот пора. Счастливо оставаться. Вот так так. Вы меня просто удивляете, товарищ Горин. Я, кажется, не ошиблась. Верно. Только я не понимаю, а... Ну вот, теперь уж вы и не понимаете. Ловко. А что вчера вечером говорили, а? Я, кажется, хватил вчера лишнего. Вы считаете это лишним? Ну, хотя 30 грамм спирта могут свалить и быка, так что вы отчаянный человек. А вы вчера красочно говорили. Помните, а? Не очень. А руку мне целовали? Ведь вы вчера передо мной на коленях стояли.
если бы вы знали одно странное обстоятельство. Березка, хватит тебе любезничать! Ну, поехали! Не поеду я с Дашкой, сказала не поеду. Она опять куда-нибудь влезет. С Дроботом поеду. А вы что, вместе работаете? С Дроботом вместе, а что? Чего? Ну, передавайте привет тетеньке. Тетеньке? Да, вчера они так отзывались. Нет, ничего, только к черту ее послали. Тетя, к черту? Да, вот и верю вам кавалером после этого, ай-яй. Эй, Сергей, поехали! Да, с алкоголизмом покончено навсегда. Итак, через 3 дня снова дома. Ну, конечно, тетя попилит за эти 6 дней отпуска без сохранения содержания, но зато карьера спасена. Вы сейчас едете к себе в тайгу? Ну да. Возьмите меня к себе. Это зачем? На работу. Да понимаешь, какое дело, я бы с удовольствием. Да нет, у меня там сберкассы. Да нет, я серьезно. Так и я серьезно. Я к вам обращаюсь совершенно официально. Знаешь что, поезжай ты домой, вот что я тебе скажу официально. Я-то к вам в городе оказал услугу. Слушай, Дробот, хватит болтать, а? Поехали. Поезжай, я с Федором приеду. Смотри, как хочешь. Давай. Пока. Возьмете меня? Ты что, хочешь работать в моей бригаде? Да. Ты говоришь, тебе не у тети. Не у тети. Слюни вытирать некому. Некому. А захнычешь на какой на. День? Возьмите, не захнычу. Фу ты, черт, возьми. Ну ладно, пошли в кадры. У меня как раз Тоня Горелова в декрет ушла, вместо нее будешь. Вон теперь твоя тетя. Ну как? Подходяще. Давайте сгружать инструмент. Сейчас. Ну уж думали, не дождемся вас. Че это вы так запоздали-то? Да вот в отделе кадров пошли. Пришлось задержаться. Да. Вот, пожалуйста. Давай на чем расписаться? А вот. Только давайте быстрее сгружать, а то нам еще ехать да ехать. Да, здесь кузов быстрее делать будет. Слушай, че это ты с собой таскаешь этого корреспондента? Это теперь мой новый бригадник вместо того не будет. Разыгрываешь? Да нет, серьезно. Так вы решили остаться у нас? Да, вот остался. А куда это вы чемоданчик несете? Ну, а? Как куда? Ну, давай, садись, поехали. Куда? Как куда, домой? Вы же говорили, соседи. Ну, правильно, соседи. Ты к нам еще ехать, знаешь, сколько? Садись, поехали. Садись. Простите. Пожалуйста. До свидания. Всего хорошего. Щекоти его. Здорово, хлопцы. Здорово, Гена. Я тебе на плену положу. Раздевайся. Отгадайте, кто это? Корреспондент. Страховой агент. Снежный человек. Костя же человек. Клавдия Шульженко. Далай-лама. ОБХС. Так вот, это новый член нашей бригады Дмитрий Горин. Прошу любить и жаловать. Здравствуйте. Ну, много прошли по закрепительным? До 405-го догнали. Ну, сядись обедать, новый член бригады Дмитрий Горин. Спасибо, я не хочу. Это почему же? Аппетита нет.
Может, у тебя и сон плохой? Да, неважный. Ну что ж, бросим свои трупы на нары? Утро вечером мудренее. Смотри. Арестантом полосатым стал я, братцы, навсегда. Слушай, ты вообще можешь в середину лечь, там хоть тесно, но тепло. Нет уж, спасибо, я лучше с края. Ну смотри, только полушубком накройся. Слушай, ты уж присмотри там за горе. Да вот дверят. Веселей, Горин. Да, кстати. Пантелей, а что такое КМК-10? Комсомольская молодежная коммуна из 10 человек. А почему коммуна? У нас же коммуна все общее. Котел, пол, зарплаты. Пилу не подсовывай. Ну, вот так. Руку убери. Да не бойся ты, чудак. Она упадет куда надо, если так пиликать будем, то вообще до вечера не свалим. Жми сильней. Так создавалась просека для будущей линии электропередач. Дальнейшее участие Горина в этом процессе становилось опасным для остальных членов бригады, и он был переведен на новую, не менее ответственную должность. Подбрасывать сучья в костер – тоже искусство довольно тонкое, требующее определенного таланта.
Надо сказать, что костер стойко горел, несмотря на все усилия и заботы Димы Горина. Ну что, замерз? Ну ничего, моя деревня лежит на пути наш трасс. Вот если до лет продержишься, увидишь моську-то. А что такое моська? А это давно пора уже знать. Перевейший мест на всем Урале. Ну что, у нас в моське... Знаешь, какие перины? Ляжешь и не встанешь. А их к нему председателя в Москву ведь вызывали. Да, а что? Он не поехал. Куда уж там? Это ведь моська, а не какая-нибудь там аргентина-то. А? Спит и видит моську. Пантелей, а уборные у вас здесь есть? Есть. Сколько угодно. Смотри, не застудись. Беладоль, седьмая кабина. Алло? Алло? Белодольск? Это Белодольск? Это тайга? Не тайга? Позовите меня, пожалуйста, начальника электростроительства. Ага, это вы и есть. Товарищ, вот вы-то мне и нужны. Я хочу знать, по какому праву вы задержали моего племянника. Горин, Дима, я его тетя. Я уверена, что он остался у вас в тайге не по собственной воле. Да у нас в роду не было сумасшедших. Я уверена, что здесь замешана женщина. Он просил ее портрет. Я прошу вас оградить моего племянника от влияния этой авантюристки. Эй, дружники! Здорово, ребята! Здорово! Здесь я! Привет! Слабосильная команда. Думали, на новоселье приедем. Здорово! Привет! А здесь у вас работа непочатый край. Ну, а что делать? Ничего, придется подсобить, девчата! А это пожалуйста. Только... Спокойно, Горин, спокойно. Полный равнодушие. А ну, бригадник Горин. Он, между прочим, вообще у нас против женского труда, в принципе. А что, он может и прав, а? Так ведь можно и забыть, что вы лучшая половина человечества. Лично я не собираюсь забывать. Всегда помню. А ты, Нелечка, у нас счастливое исключение. Тебе физическая работа на пользу. Ты от нее становишься все изящнее, изящнее и изящнее. Ладно, ладно. Ты человек, ты что? Здравствуйте. Здравствуйте, товарищ Горин. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы сидим, раскуриваем, а работа стоит. Дай-ка топор. Да ты что, гости приехали, принять надо? А, вообще перекурим заодно, я не знаю. Ну да, мы будем гостей принимать, а зима-то вот она. Ничего, морально вырос человек. Так с начальством в яму упал, сразу загордился. Прославился. Как Герострат. Прекратите это. А вы уже успели все рассказать? Дай прикурить. Послушайте. Послушайте, товарищ Горин. Вы что, обиделись? Да ведь девушки же пошутили, ну. Ну, сами понимаете, тагайтина, знаете, закаляет, но не облагораживает. Это я как раз заметил. Значит, вы все-таки обиделись. Ну, действительно, два человека свалились в яму. Ведь это же смешно. Ничего смешного. Представьте себе. Все это даже очень печально. Значит, вы все-таки обиделись? Да нет, я, собственно, не обиделся. Я просто удивлен. Галка, ну поехали, хватит объясняться. Ну, хватит вам. Идите, вас зовут. Выходит, мы с вами так и расстанемся. А что же я могу еще добавить? Смотри, ну, погоди, иди. Ну, всего хорошего. Счастливо. Ой, бригадир, и хорошо с ним поговорили, приласкал он тебя, приласкал. До свидания, девочки. Приезжайте к нам на Новый год. Давайте, господа!
кружкой давай, давай, уходи, ты ж не бойся. Трой сигро, говорят. Шаль, возьмите, понимаете. А что ты делаешь? Пантелей, у вас есть плоскогубцы? Есть, пожалуйста. Благодарю вас. А что ты там делаешь? Да вот замок ставлю. Замок? Что он сказал? Замок. Спасибо. Пожалуйста. Чертежи оставил, чтоб мы потом тебя собрать смогли. Так неукротимый электровибратор вытрясал из Горина остатки воспоминаний о щелкании счетных костяшек, о милом его сердцу стрекотании арифмометра. Ладно, Горин, что-нибудь придумаем. А сейчас домой. Ты мне шор покрупнее давай. Самые крупные. Эх, а ну-ка дай-ка лицо. На. Эх, ладно. Вот. Ну, вот теперь Горин может спать спокойно. Точно. Точно. Вот так вот. Кто еще? Мне Шурчик. Мить, ты бы разделся, умылся, легче станет. Может, раздеть его? А ну, встать. Умыться и ужинать. Иди, встань, встань, не надо, встань. Получите зарплату, пожалуйста. Спасибо. Вот. Вот тут. Проверьте. Ребят, ребят, смотри, что он делает, ребят. Вот это метод. А ну-ка, давай мои. Ну, что тут? О, Господи. 1200. Горин, ты человек, человек, Горин. Считай, считай. Вам почта? Ну-ка. Пожалуйста. Горин. Тебе депеша. А-а. Со штемпелем. Нет, пляши. Да я не танцую. Пляши, пляши. А это танцую. Ну-ка, 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 танцуй. Министр финансов. Не меньше. Тебе бы к нам в Мосьху бухгалтером. Ну, что там пишут? Да вот удивляется, что я остался. Мы тоже удивляемся.
Ребят! Ребят! Ну, чего там у тебя? У Пантелея сын родился. Да ты что? Ребята! Ну, да. Пантюша! Спокойно! Ну и дров ты нарубил. Пантюша, спокойно, во. Понял? Во, это я тебе говорю, во. Понял? Вот. Давай коммунальный. Тони, на приданое. Был паня, теперь папаня. Вот, такой там человек, ребят. Ну, дождался. Ребята, ну дайте мне его подать. Ваня, родной, поздравляю тебя. Молодец, Слав. Зато все ясно. Скажи. Поздравляю. Митя, а ты? Ну, а тут Пантелей на гелёнке. А я что, тоже должен? Должников у нас нет. Я думал, я ведь Тони не знаю. Давайте ужинать. Павлуш, давай твою миску. Ты, а Пантелей ест, как ни в чем не бывало. Ну что, что мы не есть, он все не именинник. Правильно, ешь, ешь, понятно. Хлеб там-то, видать. Пантелей, а сколько весит? Не написано. Представляешь, самое главное не написали. Ну а рост какой? Рост? Не рост, длина. Габарит. Длина. Рост. Передай хлеб. Возьми, не надо. Пантелей, а как ты назовешь сына? Только не Сафроном. Ну, например, почему не Сафроном, потому что Сафрон хороший имя. Нет, почему? Правильно. Пань, давай добавку на любви, ты теперь папаша. Дена, а завтра что делаем-то? Завтра. Завтра все на палубу. Нина и Горин пойдут на подогрев. А? На подогрев пойдешь. А суп-то вроде ничего. А кто ты опять хлеб забрал. Юр. Буран. Горину повезло. Это был отличный случай оправдать себя в глазах бригады. Надо же было Бурану случиться. Боюсь, что дров не хватит. Согревать бетон, чтобы он не замерз, а превратился в прочный фундамент для будущих опор, дело чрезвычайно важное. Горин был полон решимости достойно выполнить порученное ему дело. Он готов был, если нужно, согревать бетон своим телом. Дима только жалел, что в этот героический момент его не видит Галя Березка. А он ее видел. Правда, уже во сне. Что это? Вставай сейчас же. Огонь погаснет. Сейчас.
Ой. Не надо, не надо. Больно? А как это произошло? Случайно. Зачем нам это сокровище? Всю работу запорол, да? Ну что, повесим его, что ли? Тебе смех, а попробуй все переделать. Завтра попробую. Ладно вам, чего напальный человек? Ты уж зятка помалкивай. За брак он, что ли, платить будет? Зарплату его получим. Да чего ему здесь нужно? Не знаю. Одевайся, поедешь в больницу. Да никуда я не поеду. Поедешь, поедешь. Курить будешь? Слушай, может, тебе лучше уехать? Ну, что ты будешь мучиться? Не могу я. Почему? Я березку люблю. Платок запустил, у меня портянки чище. Ну да, чище, скажешь. Ну ладно, пойдем. Эх, угораздило тебя. Пошли, пошли. Нет, нет, не пущу. Не курение, все с вашей Ниной в порядке, Коль цела, на днях все выручу. Это ваша бригада? Да. И все здесь? Ну? Вы уже 2 года не осматривались. Вашу бригаду с трассы не вытащишь. Вот пройдете осмотр, тогда и пущу к Нине. Да, но же... Полное обследование, да, идемте. Доктор, мы же зачем же всех? Я виноват, меня не подвергайте. Ладно. Я подчиняюсь силе, но я протестую. Очень хорошо. Дышите. Глубже дышите. Откройте рот. Температура бывает. Я не знаю, я не мерил никогда. Скажите, Ногу на ногу. Смотрите сюда. На что жалуетесь? А чем мне жаловаться? Чем болели в детстве? Корь, потом это понос. Понос. Курите? Че? Курю. Пьете? Бывает. Курица и та ведь пьет. Причем тут курица? Ложитесь. Че? Ложитесь. Ножки. Больно? Нет. Больно? Нет, просто так щекотно. У меня чего, болезнь какая? Повернитесь.
Плотнее. Вздохните. Вздохните. Задержите дыхание. Внимание. Аус, у тебя родинка давно? Родинка-то? Да. Да не помню. А что такое? Она у тебя не растет? Да не знаю, а что? Да нет, ничего. Где моя бритва? Где моя бритва? Откуда я знаю? Где моя бритва? Блин, а загорды, что? Соседство сочинили, где моя бритва? Еду! Где моя бритва? Едут, ребята, едут! Где моя бритва? Где моя бритва? Ой, елка-то какая, мама моя! Так собирали же, мы же не только на Новый год, а мы и на смотрины. Опять? Какие смотрины? Молчу. Бригадир не разрешает. Такая нервная стала в последнее время, просто ужас. Ого, на вас уже можно опереться. Тайга закаляет. Прошу к столу. Смотри, колбасы достали. Подумаешь, колбаса. Дорогие товарищи, событий в этом году было много. Во-первых, план строительства перевыполнен. Во-вторых, Павлик первый раз побрился. И в-третьих, у Пантелея родился сын. Ванька, поздравляю. Во-первых, второй, третий. Что? Арвани говорит, что это слишком большая нагрузка на один тост. И, наконец, наша бригада пополнилась новым человеком. Товарищем Гориным. Все знают товарища Горина? Пусть расскажет биография. Могу дать краткую характеристику. Познакомился с ним, когда он был на вершине финансовой карьеры. Щедрость товарища Горина не знала границ. Не моргнув глазом, он отвалил мне огромную сумму, правда, государственных денег. Потом он приехал за ними сюда и вот остался здесь с нами. Что легло в основу этого решения? Ну, этот вопрос еще недостаточно изучен. Хотя есть несколько версий. Во-первых... Ну ладно, ребят, ну хватит, сколько можно? Действительно. Простите, а почему это вас так взволновало? Да нет, ну просто надо старый год проводить, ведь он уже кончается. Ну что ж, давайте проводим старый год, который принес нам всем много хорошего. Давно бы так. Налейте. Ох ты какой! Не наливайте ему больше 15 грамм, он разнесет весь дом. Первый тост в этом году я предлагаю за то, чтобы чаще встречаться нам всем. И индивидуально! Спасибо. Только встречаться нам больше не придется. Завтра мы перебрасываемся на 500-й километр. Серьезно? Да. Ну что ж, встретимся летом на реке Сурья. А сейчас у нас встреча как бы прощальная. Позвольте, ну тут же строительство. Там тоже строительство. Вот я не понимаю, а почему именно вас? Ну что ж поделаешь? Будем двигаться навстречу друг другу. Ребята, я предлагаю тост за встречу на реке Цуре летом. Верно! Верно!
идет, а снег идет, и все вокруг, чего нас ждет, под этот снег, под тихий снег, хочу сказать при всех, мой самый главный человек, взгляни со мной на этот снег. Давайте танцевать. Да я, собственно, и... Давайте. Давайте. Кто мне любовь мою принес? Закончим строительство. Ты еще на три накуплю подарков и заявлюсь в детдом, где вырос. Скажи. А что? Ой, здорово. Чего, ребята развеселятся, знаешь как? Конечно. А директор же расплачется. Ты тоже расплачешься. Ну, я заревую тоже. Пойдем. Пойдем. Мерцает и прыгает. Все равно спит. Нет, парень, он на тебя очень здорово похож. Вот посмотри, правда, робот? А я ее еще не видал. Хочу сидеть, и все как не получается. Вот бы ее на лето сюда, с парнем вместе. Пойдем. Наша трасса только числа 20 июля подойдет к мосту. Ну уж вы там всей бригадой приходите к нам. Гостим на славу. Ну что? Посмотрим. Идет, а снег идет, и все мерцает и плывет, за то, что ты в моей судьбе. Спасибо, снег тебе. Девчата, давайте обменяюсь фотокарточками. Вся бригада дарит вам свои изображения на память. В поликлинике нам удружили. Вот этот Пантелей, отборная грудная клетка. Вот это вот Икрам, темнее ночи. Так, таблет, ни одного просвета, Павлик. Ой, какой симпатичный. Ну и дари. Спасибо. Это не моя, но все равно. Нина, Геннадий Дробот, ни одного темного пятна на душе. Нелечка, а вот это вот я. Ты посмотри, какой позвоночник. И потом сердце свободное, обрати внимание. Тощий-то какой, а не кости. Так были б кости, а мясо-то нарастет. Смотри. А это от меня. Спасибо. Может быть, вы мне тоже подарите? Так я же не была в поликлинике. Ой, какая ты красивая. Слушай, Галка, а где же так фотографирует? Говорят, если задумать желание, пока падает звезда, оно сбудется. А зимой звезды не падают. Не падают, а вон летит. А я ничего не вижу, ни звезд, ни спутников. Ой, очки потерял, какой-то занятный. А меня ты хоть видишь? Вижу в общих чертах. Так вот лучше.
Ближе лучше. Так все вижу. Глаза, брови. Веснушку он вижу. Губы. А звезд не вижу совершенно. Ну ладно, пошли. Ну, давай руку. Да что ты в самом деле? Думаешь, я сам встать не могу? Думаешь, я совсем слепой, да? Знаешь, я как тебя сейчас хорошо вижу. Что ты? Да, ребят, дело пахнет керосином. Бензина вот столько, а солярки совсем нет. Пойдем посмотрим, пошли. Че, Вань, есть хочется, да? Да ну тебе. Спокойно, Вань. А вообще, Мить, у вас сейчас там по 100 тысяч выигрывает. Не то чтобы очень, но бывает. Да. А ты бы, к примеру, что бы сделал, если бы выиграл бы 100 тысяч? Одеколоном купил. Зарядил бы одеколоном поливочную машину, полил бы тайгу, ни одного комара бы не было. А знаете, как делать настоящий шашлык? Да. Берут молодого барашка. Да ну. Чебурек ел когда-нибудь? Ел. Вот это да. А харчо в Москве на выставке? Ну-ну. Хорошие. Пробовал? Вкусно? Наверное. Ничего. Вкусно. Да, еще бы. Еще бы. Эх, победать бы сейчас. Ой, не говори, Вань, не говори. Так и есть. Машина с горючим продовольствием застряла. Тайгу залило. Ну что? Говорят, подбросит недельки через две. Да. Ребят, может, горючую березок занять? Поделится ведь. А? Вообще-то у березки есть горючее. Кен. А он дело говорит. Трудно сказать, что сильнее толкало Горина в эту экспедицию. Положение бригады или предстоящая встреча с Галей Березкой? Трудно сказать. Во всяком случае, он пустился в путь с подлинным энтузиазмом. Проедем, а? Ну что ж, рискнем. Ну вот. Все, труба. Березы километров 5 придется идти за горючим. Ну, я пошел. Если к вечеру не вернусь, разводи костер.
Ну, конечно, бензин должен был кончиться как раз тогда, когда до Березки рукой подать. Надеяться было не на что. Разве что на силы небесные. Где же машина? Вот здесь же была. Да вон она! Мама моя! Говорю, волнуется. Во-первых, он не мой. А во-вторых, чем волноваться? Да не вижу я ничего, ты что? Сейчас к тебе упадем, я тебе точно говорю. Чудак, я же пошути. Браты, браты! Брат, он же убьет, психованный! Держи его, братцы! Убьет! Убьет! Брось ты, ну! Я же пошутил! Да что ты? Ну что ты? Да это что? Ну иди, иди ты. Да хватит тебе, успокойся, садись. Да садись ты! Некогда здесь рассиживать. Давайте горючие продукты. Тут что? Вода. Девочки, давайте. Слушай, Нель, дадим ребятам концентрат. Что там еще? Крупы, тушенки. Макароны. Слушай, а что он злющий такой? Накидывается на всех. Можно кормить его, остынет. Спросил? Можно, да. Девчата, давай соберем скорее что-нибудь ребятам. Мить, может, поешь чего? Объедаться здесь некогда. Там люди гибнут. Это кто гибнет-то? Ну, не гибнут, а ждут голодные. Вымирает, значит. Стойте, тут что? Свиная тушенка. Сколько? 10 банок. Несите. А зачем тебе это? Расписку пишу. Да ты что? Так надо, здесь что? Макароны. Сколько? 8 пачек. Зачем расписка-то? Вдруг ревизия. Какая ревизия? Я знаю, какая. Крупа. Сколько? Почти 6. Точнее. 6 150. Сколько здесь живу, ни о какой ревизии никогда не слыхала.
На то она и ревизия, чтобы они не знали. Концентратов сколько будет? 30 пачек. Может, пойдешь посчитаешь, а? Вообще-то надо бы. Ладно, поверю. Возьмите и сохраните для отчета. А я ни перед кем не собираюсь отчитываться. Смотрю я на тебя и удивляюсь. А что я такого сделала? В том-то и дело, что ничего не сделала. А надо было бы. А что я должна сделать? Это может подсказать только девичья гордость. Так ты решил вступиться за мою честь? Думал, он меня обидит. Никто меня не обидит, если я сама этого не захочу. Может, все-таки поедем, а? Спасибо. Только спокойно. Не беспокойся, довезу. Отходи! Ген, можно я подниму, а? Ну, давай. Приготовились! Ну что, убраться? Тут она, рядом, за ельничком. Сами увидите. Эх, место богатющее. Вот, поскорее кончайте работу. А там уж, конечно, дел, баньки истопили. Вот, попарим. Ну и грибов там, конечно, навалом. Все а? Есть. Все как водится. И пельмени, и шанги, и сбойны. Это ведь Мосиха, а ли кай-нибудь? Аргентина. Аргентина. Ну, они председателя в Москву вызывали. Председателя в Москву хотели взять. А он не поехал. А он ни в какую. А чем там дело? Разместимся, конечно, поездом, это точно. Поездом, конечно. Ну что, а знаете, как у нас там в Мосихе-то? Ну что? А, там тебе сварят, нальют и постелят. А знаешь, у нас в Мосихе какие периоды? Признаться, слыхали. Ляжешь. И не встанешь. И не встанешь, да. Так-так, хорошо. Смотри, вон, девчонка какая. Иван, не к тебе, ля. Сейчас! Сейчас! Ну, давай, выше, выше, подтягивай, давай, подтягивай. Ладно,
Откуда ты вынырнула? Уж не из Мосхеля. Ага. Так ты, наверное, к Москалеву? Да не, я к бригадиру. Телеграмм для вас передали по телефону в сельсовет. Дроботу. Ну давай, я Дробот. А Иван где ж? Сейчас придет. Ах ты, черт возьми. Не придется нам пожить в Мосихе. А вы поди нас ждали. Как же, ждали. Отменяется Мосиха. Вот какая казнь. Место, я слышал, у вас богатющее. Да нет, у нас всего 17 дворов. Какое богатство? А где же вы нас хотели разместить? А на колхозном сеновале. Аська, ты ко мне? Мамань прислала? Не. Вот что, получена телеграмма от начальства. В связи с перетрассировкой бригаде дислоцируются в районе Кедрового Взгорья. Ожидать прибытия начальства Ветров. Ну и что? Ну ничего, придется забыть про Мосиху. Как это? Мы жали изо всех сил, работали без выходных. А теперь здравствуйте, а? Ладно. Нет, это дело не пойдет. Ну что, какая же может быть трасса? Собираемся, айда. Мы тоже люди. Если бригада не пойдет, я пойду один, все равно. Уйди. Хватит, я не ишак. Не ишак, валяй. Уйду совсем, понятно? Понятно совсем. Аська, погоди меня! Мою зарплату можете перевести в Мосиху. Понял? Сами можете медведями жить. А с меня хватит. Ванюш, а ты надолго? Да совсем. Может быть, до полгода. Ну, погоди. О, начальство полетело. Начальство никогда не прилетает просто так. Значит, изменение трассы — вопрос решенный. Она пройдет, минуя Мосиху. Значит, сроки ужимаются, а вертолет-то встречает бригаду уже из 9 человек. Дробот, Вулф, привет! Здравствуйте! 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 А чего ж твои товарищи не пришли к нам? А что мне товарищи? Я сам по себе. И то правда. Но заметьте, бригада наша самая лучшая на всей стройке. А кто бригадир-то? Дробот, бывший офицер, кто-нибудь, подполковник, уволился и к нам. Знаете, какие люди к нам приезжают в бригаду? Вот есть такой у нас Горин. Кто бы вы думали? Финансист. Понятно? Ну, жил там, понимаешь, в городе, работал в банке, где деньги. Ну, имел там дачу, автомобиль, понимаешь. Приезжает к нам, просит рядовую бригаду. Ясна ситуация? Не просто, значит, к вам попасть-то. А как же? Понимать нужно. Линия государственного значения. Ответственность громадная. А что ж ты из бригады ушел, Ванюша? Захворал или что? А кто сказал, что я ушел с бригады? Я раз такое дело на побывку, вот мамаша рядом. Неделю побуду и марш. Неделю? А как же? Нельзя без меня. У нас сроки. Значит, возвращайся. Это хорошо. Просьбица у меня одна к тебе есть. Давай, давай, Петр Ильич. Я всегда. Нам бы от вашей линии отросточка отвезти на колхоз. Провод мы найдем. Энергии мне немного надо. Ну, что мне требуется? Подключить коровник, ферму. А, Вань? Эх, что мы москалев для земляков не сделал. Ну, трудно, конечно. Но я поговорю. Дробот он меня слушает.
Много энергии я, правда, не обещаю. Да нет, мы много не просим. Ну, это само собой. Мы обсудим, прикинем. А как же? Вот за яд спасибо. Ну, желаем хорошо тебе отдохнуть. Пошли, бабы. Человеку отоспаться надо. Разделимся по трое. Попробуем. Разложим секции на столбиках и соберем их сразу, а? Время ж сэкономим. Ну это ладно, вот новую просеку рубить. Зачем вообще перетрассировка? Это же колоссальная сумма денег. Ну бывают ошибки, с тобой не бывает, что ли? Сам сюда по ошибке приехал. Ну это частное дело. А тут машины, транспорт, зарплата. Ну а что ж, даром работаешь? Правильно мыслишь. В общем так, на 30 дней раньше кончим министру финансов экономии. А? Как сообщает наш корреспондент, ребята, тихо. На строительстве единой энергосистемы разгорается соревнование. Строители линии Сибирь-Урал берут повышенные обязательства. Комсомольские бригады «Дроводы» и «Березки» приняли обязательство сдать свои участки в эксплуатацию на месяц раньше срока. Березка слушает. Галина, это я, здравствуй. Сейчас из Москвы по радио про нас говорили, слышала? Слышала. Кто говорит? Левитан. Какой Левитан? Левитан диктор, диктор. Кто это говорит? Да это я, Горин. Митя Горин. Митя, здравствуй. Здравствуй, Галя. Нам сегодня начальство приезжало. Мы план на месяц раньше выполняем. Что? Говори громче. Не могу я громче. У нас все спят. Когда мы встретимся? Хорошо. Митенька, хорошо, что ты позвонил. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Ребята! Сибирское угощение прибыло. А ну-ка так, я разберу сейчас. Брат, дай. Ну что же? Ну, сам Ваня! Молодец, Ванюша! Ну, я же говорил! Давай наверх! Не возражаете? А как же собрание? Да что собрание? Проведем на высоком уровне! Лови! Нина, давай!
Ваня, держись. Молодцы. Куда я там? А ну, держи, братцы. Мить, подарок. Давай. Ребята, на повестке дня один вопрос. Прием члена ВЛКСМ товарища Горина Дмитрия Григорьевича. Да ты садись, Горин. Вопросы есть? У меня один вопрос. Давай. Отклонения были? Какие отклонения? Ну там, судимся с границей и прочее. Не было. А скажи ты мне, Дмитрий Горин, а почему ты раньше не вступил в комсомол? Личная жизнь. Что? То есть я думал, годы молодые, а тут общественные нагрузки. Зачем мне это? Ну, а теперь? Алина? Почему с ребенком? Павлик! Это кто там? Тоня! Ребята, Тоня приехала! Ванька! Тоня приехала! Тоня! Мажор, рот, котел привезли! Тоня приехала! Ух ты! Поделили! Ну, радуйтесь! Ну, как же, ребята, радуйтесь! Патюш, он такой большой, а ты такой маленький. Да ладно! Какой ты маленький! Ух ты, монтажники! Ой, умоленький! Ребята! Ребята! Послушать, о чем они там говорят. Впрочем, это уже не наше дело.
Нам остается пожелать им счастья и, как говорится, успеха в работе и личной жизни. Ну, что касается работы, то тут еще могут быть перемены. Быть может, наш герой еще вернется к своей финансовой деятельности и станет когда-нибудь министром финансов, кто знает. Что же касается личной жизни, то мы полагаем, это уже навсегда.